Приветствую всех на моем канале, друзья, очередной ковчег, который делаю. Значит, буквы здесь будут покрупнее, и вырезаю я их фрезером. Пальчиковой фрезой я выбрал, большой, сантиметровый в диаметре пальчиковой фрезой я выбрал площадь вокруг букв. Сейчас между буквами буду делать вот таким вот маленьким фрезером, здесь пол сантиметра всего лишь. Сейчас обойду вокруг букв, сделаю у них пробелы между буквами и внутри самих букв сделаю пространство эти. Значит, вырежу я фрезой и начну работать резаками.
оказывается, от начала до конца, как я вырезаю лом. Кому интересно, смотрите вторую часть. Далее будет вырезаться голубь, также в таком формате. И просьба, напишите в комментарии, как вам такой формат видео. Просто резьба без комментариев. Или лучше все-таки комментировать резьбу. Говорить, что я делаю и для чего. Я так понял, меня смотрят, как и те, кто режет, уже знает, о чем речь, так и те, кто не знает это дело. Поэтому просьба, пишите в комментариях. Всем привет!